А к нам ёжик прибыл. Ой, скандальный. Скандалит. Фу-три-фу-три-фу-три-фу. Всех сильнее я в лесу. Лишь боюсь, а я лесу. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, природа. Посмотрите, это же это вообще роза. И вот детки, они еще боятся. Всем привет! Вы на канале Детство Обречено. Давно не виделись, да? Сегодня будет мальтишки. Только не отключайтесь, не отключайтесь. Таких мальтишек вы еще не видели. Ни в плане фарша, ни в плане. Смотрите, вам будет очень-очень интересно и полезно. Яйцо, как обычно, домашнее, от Елены Петровны, от курочек. Кто догадался, нет, какие мальтишки. Все, сбили, выпуливаем. Манты на яйце, тесто на яйце. Это где же это видно, сейчас спросите или скажете. Муки. И чудо-зверь машину. Душа моя, без никакой рекламы. Просто чудо-зверь машина и все. Погнали наших городских. Будьте с нами. Так, мы за, други мои, мы за подготовочкой фаршика. Фаршик мять не надо, он должен быть рыхлый в мантах. Так, вот, Занька, запечатли, какими сабельками пашем. Посмотрите. Ох, это уж даже как будто уж рожден я с ним был, что ли. Дело мастера боится. Мастерство не пропьешь. Меленько для фаршика. Посмотрите, какая-то сталь раритетная, он мне сказал. 65Х13. Посмотрите, лес. Так, и сразу же этот. Ну, здесь-то я так. Душа моя, на ножик теперь на меня. Быстро, быстро на меня. Быстро, 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 быстро. Теперь быстро туда. Быстро, 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 быстро. Оп. Все, супер. Надо уходить. Надо дальним планом показывать, что я туда не смотрю, туда. Ну-ка, давай еще раз. Еще раз, еще раз, еще раз, душа моя, сейчас подготовим. Все, готово, все, тут видно, голову видно, глаза видно? Угу. А? Погнали, посмотрите. Оп. Готово. Будьте с нами. Присаливаем наш фаршик. Все на глаз делаем. Следующим этапом манты, посмотрите, мять нельзя, мы только ворошим, чтобы он рыхлый был фаршик, не сбитый. Луку почему побольше, чтобы сочные были мантишки. Эх, посмотрите, красота какая. Все в руках прям спарится, горит прям, все горит у деда с фабричного. Сам себя не похвалишь, кто похвалит. Голоса даже за кадром нету, не слышно. Давеча она меня хвалила, золото говорила, ненаглядное. А сейчас-то что? Так, я вот честно не знаю. Короче, нужно 16 этих. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Я один в запасе. Обалдеть. На всякий случай. О, мастер-класс от Андрюхи, а? Вот она, манта.
Будьте с нами, господа. Это манты для мясоедов. Которые находятся на кетопитании. На кетопитании, не знаю на каком питании. Но у меня, видите, от мучного прет. Вот и приходится импровизировать. А что? Что сделаешь? Кому сейчас легко? Зато взял тарелочку одну, одну мантишку. Хоп! И будь здоров. Посмотрите, красота какая. Ай-яй-яй-яй-яй. Я думаю, будем, наверное, держать полутора часиком. Потому что вот этот пока весь автоклав весь прогреется. Я думаю, так надо будет. Все дело в фарше. Фарш, вот посмотрите, он рыхленький такой. Ой, прям такая красота. Посмотрите. Это что, господа, называется? Совершенно верно. Профессиональная чуйка. Первый раз. Но оно у меня... Чую этот. Мясо. Мяско. Ой, какой ужин. Ужин какой будет. Здесь вот. Но тем не менее. Это не все. Будьте с нами. Формируем. Я не знаю, что тут. Углубление, да? Ямочка. Ну и углубление, ямку. Ямка, углубление. Посмотрите, у нас новый девайс. Хоп. Хоп. Чуть-чуть что-то не задалось. Но тем не менее. Хопочки. Хоп. Хопочки. Хоп. Опа-на. Давай уже последнее делай. Ну что ж теперь. Теперь будем последнее делать. Так, все, вот посмотрите, солнышки. Ну а как? Как мы эти обидим? Добавим сливочное. Они и так сочные будут. Но мы немножко вкус. Сюда будем солнышки добавлять? Да? Да нет, не надо. Один прошел. О. Все под контролем. ОТК работает. Угу. ОТК. Так, ну и что? Берем нашу лепешечку. Мастер-класс. Хоп. Хоп. Хобана. Так, ну мы и здесь хотим эстетик такой сделать. Поэтому, ну-ка. Вот. Поэтому мы попробуем. Ох, она не режет. Давит. Что ж, какой выход, душа моя? Пойдет так. Ой-ой-ой, посмотрите, что. Что такое? Ну что это такое? А, душа моя. Один мальчишка. I am a disco dancer. А почему? А потому. А что вы не слышите? Сейчас душа моя поедет за внуком. Мы сегодня опять вдвоем кайфуем. Мы опять кайфуем. Посмотрите. Оп, посмотрите. С любовью, с душою. Раз мы вот так вот решили с Леной чуть-чуть раз надо, чтобы поджимать, чтобы там воздух не выходил. Чтобы оп.
Посмотрите, вуаля! Завтра грабим короля. Все пропьем, но Казахстан прославим. Господа, вот, посмотрите, с душой, с любовью. Оп, оп. Ленивые манты. Ленивые? Ленивые. Посмотрите, какая красота. О, опа. На низ. Опа, а по высоте, блин. Нормально будет. Ура! Стали, да? Все получилось, смотрите, не мнет. Четко, четко. Вот что значит. Подход, подход. Чуйка, 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 чуйка. Это все чуйка. Солнышко. Мне сейчас жена сказала. Жена, командир. Подкаблучник. Накрываем последнее солнышко. Опачки. Оп. Посмотрите, ровно. 4. Диаметр-то мы посмотрели, а вот представляете, бжик, накрываем, все, дома. Так, вот тут только можно немножко будет, чтобы по высоте они стояли. Вот, смотрите, здесь вот маслица прикасается. Четкость какая, а? Какая четкость? Опа, а верхней-то не надо. Верхней-то крышкой накрывается. А я прикрываю. Тут вот с фаршика мясо катается. Оп. Оп. Вот можно, я же говорю, мантишки тут лепить. Но мы не ищем легких путей. Модернизация везде, во всем нужна. А вдруг кому пригодится в повседневной жизни? Посмотрите, красота какая. Оп. Так, тем временем у нас вот водичка закипела. Мы сразу выставляем наши мантишки. Кисюшки, кисяйки. Кисяйки, кисяйки. Оп. И Елена Петровна за внучиком моим поехала. А я вспотел. Сейчас тут по хозяйству еще уберусь. И все. Будьте с нами, други мои. О, посмотрите на это великолепие. Опа. Горячее. Горячее сыро не бывает. Так. Оп, опа. Опа, опа, опа. Посмотрите. Лен, запечатли обязательно. Ёлки-палки. Посмотрите, сейчас вся сурпа. Вся сурпа здесь. А вот деду сметанка. Можно домашнюю сметанку добавить. Посмотрите. Други мои, вот чуйка. Никогда не ошибаюсь. Посмотрите, какая красота. Я сейчас буду кушать тесто. Будьте с нами. Ставьте лайки, давайте. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Так, это киспе манта. Киспе манта блюдо называется. Или манта киспе. Киспе манта, манта киспе. Все, будьте с нами. Некогда. Вот. Сюрприз для нашего внучка. С яичком. С яичком. Вот. Тесточко мы так в стороночку. Ну-ка, и как попробуй. И с яичком как? Яичко и мясо. Не обожгись.
Берем и закладываем. Киспе манты. Очень обалденно. Наступил тот долгожданный момент, когда мы будем объявлять победителей. Вот шеф-повар Вячеслава Слоника, камчи от Александра, малахай от Сергея. Я говорил, что в розыгрыше будут немаловажную роль играть ваши комментарии. Определились 6 человек под ником. Так, прошу вот каждого запомнить себя и потом мне в личку написать свой адрес. Сабике 72, Камол Камол, Даурен Дауренов, Рустим, Избасар Избасаров, Юнгин Мун и Взбешенная. Так, и последующее как бы распределение подарков. Ну, в принципе, тут скрывать нечего. Сами откройте отзывы и комментарии к моему видео. И между собой уже действительно все рассудили так вот. Рустим сам пожелал, говорит, нож Малахай у него есть. Он бы как бы претендует на камчу. Рустим, вам будет отправлена одна из камчей. Однозначно. В споре, вот не в споре, а в батле, я вообще обалдел. Молодцы, Взбешенная, Юнгин Мун. Так, и вот Садике там тоже участвовали. Вы знаете, они распределили вот так вот. Взбешенная, я думаю, Взбешенная, я думаю, не думаю, а ножик вам уходит. Юнгин Мун, вот вы как поделили, Юнгин Мун, я присуждаю Малахай. Сабике Камчи, Даурен Дауренов Камчи, Камол Камол Камча. Избасар Избасара. Принеси еще один Малахай, бегом. Так, и вот еще. Избасар Избасара. От аниматора вам тоже Малахай. Я вот вообще вот говорю, вот мы не готовились ничего. Я говорю, вот мы самые популярные выбрали комментарии. А оказывается, человек, оказывается, вас 7 было. Мы бы хотели еще от тебя ответить Шамиль Кульман. Но нельзя, вы почему в этом видео не прокомментировали никак? Но мы вас помним. Прошу никому не обижаться. Вот такое было присуждение призов. Будьте с нами! Будьте с нами!